В Щербактинском районе в этом году в рамках госпрограммы отремонтировано 76 километров дорог. На это из бюджета было потрачено более 2 миллиардов тенге. Село Жалабулак расположено недалеко от озера Маралды, куда приезжают туристы, отдыхающие. В этом году отремонтировано и обновлено 10 километров дорог до населенного пункта. Дорогу заасфальтировали прямо до нашего аула. Появился инвестор, открыл места отдыха на озере Маралды. Благодарим всех. Кроме того, в этом году восстановлено 23 километра дорог до села Красиловка и 8 километров до села Сахновка. В целом по району отремонтировано 76 километров асфальтированных дорог по программе «Аул Ельбесыгы» в селах Шалдай, Галкина, Алексеевка. На все эти работы было затрачено более 2,5 миллиардов тенге. В дальнейшем в районе планируют отремонтировать 30 километров дорог до села Жанаул и 44 километра до аула Сентас. Мурат Билмажит.